Я недавно посетил Третьяковскую галерею, я раз в полгода хожу освежить память, и снова был впечатлен картиной Васильева Федора Алексеевича «Волжские лагуны». Настолько впечатлен, опять-таки, что решил сделать копию, но, соответственно, все сделал на свой лад. У меня есть этюды, приближенные по цветовой гамме. Вот, допустим, вот такая картина, я ее выполнял с натуры. Напираясь на эти этюды, я взял мотив у Васильева и написал вот такую работу. Вы можете по обучающему фильму написать именно копию, а можете переделать и добавить элемент различные, как написана картина у меня. То есть я изменил там траву где-то, добавил рыбачка в лодке, с правой стороны написал радугу и грозовые тучи более так выделил, как будто там дождик идет. То есть такие по мелочам, там где-то деревья сделал. В принципе, вы можете, опять-таки, повторюсь, сделать копию, а можете написать вот такую работу. Чем она меня впечатлила? Это цветовая палитра, колорит. Это очень реалистичные, натуральные цвета, которые обычно бывают в природе, что, соответственно, очень-очень сильно ценится в живописи. И передавать правдивость цвета и тона – это одно из самых важных моментов в пейзажной живописи. Ну и кроме того, здесь также передана очень хорошо воздушная перспектива, пространство, радуга, написано довольно-таки такой натуралистичной, прозрачной, она там где-то вдалеке просвечивается, то есть не какая-то яркая разукраска детская, а в воздушном пространстве. Желаю вам красивых работ, творческих побед и всего самого наилучшего. Пока!